Всем привет! Это Леонид Ярмольник, но я сейчас буду говорить не как актер и продюсер, а как водитель с 50-летним стажем. Я хочу выразить свой восторг и благодарность тем людям, которые сделали и обслуживают проспект Багратиона. Я житель ближнего Подмосковья и хочу вам сказать, что эта дорога дарит мне ежедневно один час свободного времени. Тот час, которым я могу распоряжаться по своему усмотрению. Эта дорога заменила мне Кутузовский проспект с его дикими пробками, дикой загруженностью. Я уже не говорю о комфорте, безопасности, чистоте и удовольствии, которые ты получаешь, когда следуешь по этой трассе. Да, дорога платная, но, как говорится, время – деньги. И я благодарен, что я могу купить это время, сэкономив этот час. Вот раньше я после работы не успевал приехать, чтобы застать неспящими внуков. А теперь я успеваю это сделать, и поэтому это невероятное удовольствие. А еще по старинке могу вам сказать, что я так восторгался всегда немецкими дорогами, американскими дорогами. Теперь я не заведую американским хайвеем и немецким автобаном. Так что это замечательный путь. Если вам на что-то не хватает времени, нужно ездить по проспекту Багратиона. И тогда у вас, еще раз повторяю, появляется час, а то и полтора, в зависимости от времени суток, свободного времени, которое вы можете использовать по своему усмотрению. Спасибо еще раз всем, кто создал эту дорогу.